теперь я вас хотел бы пригласить на нашу капусту Каунс, которую, ну, больше всего выращиваем мы в нашем хозяйстве, которая нравится очень сильно нашим агрономам. Вы видите, что она уже более круглой формы. Здесь эксперимент. Ну и здесь посажено 60 тысяч растений на гектар, что довольно-таки очень много для поздней капусты. Но как нам сказали агрономы, то есть на нее свое предназначение. Эта капуста планируется на закладку и на реализацию только с марта месяца. То есть где уже крупный размер, но продать намного тяжелее. То есть размер, который мы сейчас взвесим, головка будет. Сколько? 3 килограмма. 3 килограмма. Вот сейчас. 60 тысяч, да? Да, 60 тысяч. Я, ну, честно скажу, что это тоже немножко удивлен, потому что при такой густоте получить такую головку, ну, тяжеловато. Но вы видите, что нет, вот этот пассив, вот он весь перед вами. Каунта посажена 1,6 гектара здесь. Вот эти вот 5 рядов. Да, сейчас еще я хотел, ну, если есть возможность, если Адам Мефодич нам бы помог, так как Адам Мефодич выращивает эту капусту и выращивал очень много, и мы выращивали такой капусты, ну, по-моему, по 20 гектар мы выращивали практически каждый год. Я хотел бы, чтобы он тоже поделился своим мнением. Что-то мнение, шукаешь, что лучше, да и садишь. И все. Значит, мы их держим, будем говорить, до конца апреля. Одна из самых больших капуст среди наших капуст, яка сохраняется. До конца апреля 10-15%. А возим пощит в таком листе. Ну, если мы залаживаем, таке листе не залаживаем, а так, ну, это уже так, да или нет. Ну, примерно, вот так. Вот так мы примерно заложуем. И на выходе, ну, в конце апреля, ну, в этом году не было. А кочерыга, кочерыга до каких пор? Чтобы удержался только лист, получается? Насколько длинный кочерыга? Обрезаем, как кочерыгу. Так, вот так. Мы потом уже обрезаем, потом при чистке. Во время чистки она уже подрезается. Можно я так? Ну, если так уже весной, да, чистим? Знаете, что мы делаем на сети, продажа у нас вообще 95% только сети. Сети хочуть, щоб залишилося, щоб пошинкував. Зелений лист не приймають. То ми приблизно отакий лист, ну, йде чи не йде. Він побілеє, ну, в процесі хранення він стане, ну, білеє і буде якраз. Отаку капусту ми відправляємо на супермаркет. А так, точно, бережінка, як я. Можна? Да. От. Если меньше приезжаешь, у нас такая куца некрасива. Больше, о, примерно вот такую капустину грузим в сетки. Хотя спорим с ним, сетку погрузим, она обратно... Все равно снимется. Ну, сетка, понимаете, делает решетку, але хоть что хочешь, ну, той, кто гроши имеет, той пам. Хоть полка, в нашем случае это так. Но в мае месяце до 5% отхода в среднем, по подсчетам, что... Каунт, что мандарин, то есть мы... Ну, смотря что залаживаешь. Если залаживаешь такими, вот... Мы колись катали... Последняя фунгицидная обработка, когда? А? Последняя фунгицидная обработка, когда? Скажи. Последний, в основном, я думаю, бас поделился. Обрабатывать умеет содержащим препаратом и, в принципе, контакт. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.